Друзья, всем привет! Мы приехали в Таргет купить Лёве штаны. У него огромная дыра на колене. Сейчас мы наконец-то ему купим штаны. Ему тут осталось, в принципе, ходить всего 2 дня в школу. Мог бы и в этих пока походить. А он так и сказал, ему не надо новые. Это мои уже заморочки. Он сказал, да ладно, мам, ты что у нас такое? Ну как, 2 дня, еще же до конца семестра ходить. До конца года еще ходить, да, но 2 дня до выходных. Отстегивайся. В общем, ну мы все равно ему купим штаны насильно. Хотя ему пофиг. Выпрыгивай. Ой, оставь эти штучки в машине, зай. Оставь, мам, пожалуйста. Ой, осторожнее, дайте это, подожди. Тут пакет, да, какой-то соус. Ну ладно, сейчас тебе скажут в магазине, что... Не, ну тут такие не продают. Вот, давай, вот так, пойдем. Сейчас давай и... без них, осторожно, пойдем. Осторожно, не наступи. Держись за ручку. За... Давай руку, дай руку. Так, Таргет. Пойдемте. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Сейчас мне надо, да. Отключить надо. Учительный. Папу включили в чат. И теперь... Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Надо выключить уведомления. Это что? А, это для зонтиков такие? Сейчас же начнутся дожди постоянно. Сейчас пригодится. Так, Лавруш, давай корзиночку возьмем. Нет, нам ничего не надо. Почти. Пойдем. Ты понесешь? Давай. Вот эти лет, вот. А? Кто? Бомбические вот эти штуки. Какие? А, я уже показала, да, что да. Тебе очень понравились. А вот еще какие-то, это оригинал, а это... А, ну вот эти вот очень мне зашли. Так оригинал еще, наверное, они, видишь, вот прям туда что угодно, ага, кладешь. Давай возьмем. Ну, чего-то. Давай, потому что я думаю, Маша... Начинается. Вон, Лавруша, в корзинку. А Маша, не знаю, пробовала их или нет. Так, ладно, пойдемте в шмотки уже. Лавруш, пойдем. Пойдем. Это просто я беру себе вместо хлеба. Да. Хлеб не хочу есть, я вот это вот сырбию. Так, Вов, давай повернем сразу, куда следует. А вот давай его не хочу. О, истерка. А потом в одежду, да? Лавруша, догоняй. Сколько открыточек. Много. Так, альбомчики, да, сейчас я найду альбомы Катюшки. Это все праздники, пакетики. Это тоже праздники. Иди со мной, обойдем. Так, это, кстати, еще творчество. Творчество. Лавруша. Тоже, кстати, творить, разукрашивать. Здесь альбомчиков, наверное, нет. Здесь будут всякие карандашики. Так, есть только вот такие вот разукрасочки. Ты идешь? Так, альбомы. Есть всякие записные. Смотрите, какая прелесть, да? Класс. Дневничок можно вести. И таких много, видите, сколько. А, вот такая у Лизы есть. Лиза такую купила, тетрадку. Так. Что нам надо? Бумагу не надо. Так что мы прошли где-то. Подожди. Да, серьезно. Слушай, Вов, а где-то такие тетрадки были прям веселенькие, детские. Желтенькая. Лавруш, пойдем, папа где-то нашел. Иди штаны, бери альбомы. Ты альбомы ищешь, а я тетрадочки ищу. Нет, а вот альбом ты, надо... вот, иди сюда, надо ну, отрывать. Нет, Вов, она не в таких рисует. Вот да ей тетрадка нужна, ну, Вов, ну, она хочет, как в школе, ей нужна тетрадка, все, ей не альбом. Вов, слышишь, знаешь, что она просила очень сильно? Карандаш с пушинкой наверху. Там был фламинго, она мне показала. Она хочет долфина. Или, подожди, не долфина. Я понял, так это пушинки отдельно пушинка. Продаешь. Ну-ка, пойдем-ка, канцтовары. Лавруша, догоняй. Это отдельно насадочки продают. Да, насадочка, но, может быть, там и будет. Пойдем посмотрим. Какие-то такие-то, знаешь, надо хорошо, когда покупать, когда это back to school, вот тогда их много очень. Всякой вот такой лабуды. А вот это что такое? Вот это не они, всякие кто разные? Кто они? Кто? Да нет, насадки. Это вообще не то. Пушиночка нам нужна красивая. Да. Подожди-ка. Вов, а вот смотри, какая-то хренотень. Ну вот, кстати, вот возьми, да. Вот такое можно. А что это за? Это просто пушок это какой-то. Тут, да. Вот пушок. Сердечко. Ну давай я вот такое возьмем. Угу. Есть. Ну, все, единое. Я просто смотрю, какие есть. Подожди, Вов, а есть, смотри, какие.
А, это резинки. Резинку не, не надо. Это с запахом, кстати. С запахом, да, наверное. Все, пойдем, вот этого хватит. Это пушок, как она хотела. Видите, она хотела такое... именно пушинку, Лавруш, да, тебе она мне, правда, единорога. Для девочек, ладно? Да, это для девочек. Для девочек. Для девочек. Да, больше я таких особо не вижу. Так, и все-таки я возьму Катюхе обычную тетрадку. Я хотела ей просто вот, с каким-нибудь рисуночком. Но это дневник. Это дневнички такие, да. Это, Лен, ты бы сейчас мне майку сказала, я тебя нашел бы. Какая майка? Вот такой. Майклс. Держи. Нет, ой, я там... какой-то, блин. Ну, я хочу детскую, ну, но я такую детская не вижу. В Walmart'е их навалом. Давай красненькую, давай красненькую. В клеточку даже. А вот желтенькая... Ну, давай красненькую. Подожди, а вот смотри, может, вот таких вот... Лен, во! Давай вот таких вот парочку возьмем. Есть какие-нибудь? Вот, желтенькая, вот, смотри. Ой, зелененькая, держи. И какая-нибудь еще. О, оранжевенькая есть. Во, все, класс. Все, больше не надо. Она постоянно там что-то пишет себе. Лавруша, пойдем штаны искать, так, наконец. Лавруш, давай мне сюда, потому что мне донести вот все дело, мне уже неудобно. Ты сам понесешь? Тяжело. Тяжело будет, нет? Мама у нас не любит брать, нет? Давай помогу тебе лучше. Давай помогу. Остальное клади тоже. Надо вот эти ветки. Так, а здесь у нас что? Нет, здесь нету ничего. Я все думаю, может быть, здесь какие-нибудь есть куклы, которые можно разукрашивать. Давай. Вместе несут теперь. Айскрим. Это вафли печь. Вот такие вот вафли для мороженки. Айс-поп сделать. Ммм, сок. Я хочу вот такой взять. Это делать такие. А это нет. Там это там тут их нет, нету, Лавруш. Это нет, делать. Нет, это да, делать всякие штуки. Там форма будет внутри. Так, ладно, пойдем. Наконец мы купим штаны. Ой, господи. Да, дайте ему эту корзину, вот пострет. Ну, он там тяжелый уже просто. Ну, ладно. Так, мы дошли пойдемте до домой. Одежды. Пойдем. Сейчас Леве купим штаны, подожди. А вот здесь нет. Да ты что? Он выше тебя. Ты в детском отделе хочешь ему купить? Не помнишь? Нам нужно дойти до взрослого отдела. Мы там брали... В общем, ну давай вот здесь до конца дойдем, мы там повернем. Во взрослом отделе просто на него размер-то уже больше, чем у нас. Тут все так волочит. Ну тогда я пошла пока штаны смотреть, ладно? Лавра, пошли штаны смотреть. Кого ты хочешь опять? Что это? Уборку ты хочешь купить? Лавруш, пойдем, это вообще отдел для самых-самых маленьких малышей. Пойдем. Где самые-самые малыши-малыши. Итак, мы дошли до мужского отдела. Мама, идем Леве покупать шорты. Пойдем. Идем, мы ищем Леве шорты. Так, вот тоже мальчик. Подожди-ка, иди сюда. Мальчик тоже лет 13. Такой же, как Лева. Лавр, догоняй меня. Так, по-моему, вот отличные штанишки, есть карманчик и цвет подходит. Сейчас размер посмотрим. И еще надо посмотреть, какие есть еще для школы. Мальчики, видимо, тоже в нашей школе учатся. Я здесь. Так, это футболки. Так, ну он ходит в поло. Так, это черные штаны. Так, ну давай еще глянем вот здесь что и пойдем выбирать размер. Так, нет, здесь уже нету. Мама, надо все-таки купить. А вот, кстати, шорты, да. А что с шортами делать? Подожди-ка. Шорты есть вот такого цвета. Кстати, прикольные вроде названия, нигде никаких лейблов нету. Только его размер найдем сейчас. Ну, это очень большие на нашего худо безделью. Шорты, да, это, по-моему, вообще купальные. Шорты. Судя по... Там надо купить. Сейчас, подожди, а шорты, Лавруша? Сейчас шорты. Это точно нельзя, видите, написано. Нельзя было, чтобы написано было. Либо как-то это все отдирать, чтобы не было названия фирмы. Смотри. Рубашечка. Это как Грегори. Да? Это какой-то Грегори. С шортами-то напряженка. А нет, подождите, есть черные. Но у них, по-моему, только можно бежевые.
Нет, Wrangler, но нигде я не вижу, что нигде написано. На шортах есть там написано, а вот здесь я не вижу. Видишь, просто чисто карманы. Ну, штаны ему, конечно, я не знаю, в такую жару. Ну, нормально. Что? Ты куда там бегаешь? Ну, надо брать его в штаны в любом случае. О! Берешь футболочку? Да. Цвет классный. Мне очень нравится такой цвет. Мне очень нравится такой цвет. Да есть цвет. Да. Прикольная кофточка, да. MTV. Какая кофточка стоит? $19. Смотри, может, можешь такую взять, не? Не знаю, можно. Какая? Худи, но ей... Она вообще-то немножко другие носит. Она такие не носит. Не, Маше не надо. Вот Маше точно не надо. Если Леве пофиг, я могу брать что угодно. А Маше нет. Так, ну что, друзья, вот такие вот, значит, штаны, которые я уже показала. Его размера. Нигде не нарисован никакой лейбл. Ничего отшивать не надо. Карманы есть. Вот такие есть. И Вовик. И хочу взять ему вот эти вот шорты. Дурацкого цвета. Писать. Ну, ё-моё. Пойдем. И вот, Вов, смотри, пожалуйста. Вова. Вов. Посмотри. Вот шорты. Ну, возьми, что ты мне смотришь? Коричневые. Ну, вот такие только, да. Из рыжих коричневых у них просто такой цвет. Все, окей, ладно, все, поехали. Все, поехали, все, 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 все. Вот эти? Да, вот эти. Все, поехали. Тоже никаких названий, ничего. Самые простые. Под пола для школы. Ну, так, до конца года доходить. No. Так, мы идем на кассу. No. Нет. Так, ну что, шорты, штаны. Ой, футболка там еще. Ну, и то, что мы взяли Кате. Лаврик отказывается идти. Я прям так и вижу, да, опять истерику очередную. Лаврушка, смотри, какие маечки клевые. Да у него полно сейчас маек, Вов. Надо, он сейчас растет, не надо. Пойдем. Я шорты на сегодня, не смогла на него одеть шорты. Помните, черные классные, крутые шорты ему купила в Walmart'е. Такие классные, Wrangler, вообще офигенные просто. Сегодня у меня была небольшая истерика с утра. Он сказал, я ни за что их не одену. Да, и напялил свое старье, он в них так и ходит. А что у нас борьба была вот с этой футболкой? Мы не могли... Пойдем. Мы не могли никак на нее одеть, в общем, как-то... я не помню, куда мы ехали. Лаврушь, иди сюда! На день рождения, по-моему, Машки. Мы ехали, и, в общем, была тоже истерика. Мол, я не одену. Но ему главное... Мальчик плачет, да. И, в общем, сказал, я не одену, и все. Но мы сказали, тогда ты остаешься дома. Лавр, иди сюда! Да не надо эту фигню! Догоняй! Господи! О, давай вот такие печеньки возьмем. Очень вкусные. Просто вообще пипец вкусные. Мы берем вкусно большие. Сейчас возьмем, ладно, маленькую. Еще мороженое хочу. Но до мороженого идти далеко. А мне Лаврик писить просится. На! Ну, давай я тебе помогу. Помоги, пожалуйста. Все, мы уже на кассе. Кто еще? Кто еще? Вот это и есть. Все, это вон туда, вон туда. Давай. Так, сколько у нас получилось? Итого 85,99. Так, друзья, едем уже домой. Смотрите, у нас диван на помойке стоял. Кто-то выкинул, переезжал. Нет, мебель, на самом деле, я обратил внимание, что мебель выставляют рядышком, да, к тем, кому не надо. И вот кто-то подъехал и забрал. Это абсолютно нормально. Кто-то переехал, не нужно, кому-то не подходит. Ну, что-то новый совсем. Выбросили, да, кто-то подъехал и забрал. Он прям с этикетками. Да, это абсолютно нормально. Так, все, мы едем домой. Не, ну как-то у нас такое было, что-то мы брали, нам оно не подошло, они сказали, а, как с пылесосом было, да, они сказали, что типа... Нам, кстати, у нас в гараже да, старый нам, пылесос. Мы не будем забирать. Типа нам все равно. Да, да. И, соответственно, они нам деньги вернули, получается, пылесос остался, мы его просто выставили и да, все. Да. Поэтому да, иногда бывает такое. И недавно кто-то выезжал тоже. Дофига мебели. Я смотрю, что потом кто-то пригнал целый пикап и загружал и эту загружают, мебель. Короче, да, да, потому что да. Ну, реально это. Конечно. Это нисколько не стыдно, это, в принципе, нормально абсолютно. Стыдно. Ну, есть такое в менталитете, да, что с помойки. Это да. Мы привыкли, ну, что с помойки. Ну, это нормально абсолютно. А, можно. Можно. Так, мы уже приехали, пакеты, и сейчас выгрузим то, что у нас в багажнике. Привет, тетя лошадь. Тихо. Выгрузим то, что у нас в багажнике, положим коврик. У нас в прошлом влоге, друзья, был коврик. Давай, мы купили иди, коврик, господи. Веночек купили. Иди, счастье, это сколько? Собачулина. Так, наш... Вот это сейчас выбросим, он уже не нужен. Погуляла.
Вот сюда просто на пенек, Вов. Маша говорит, его спиливать не надо, он очень ей нужен, она ее вычесывает здесь. За этот пенек он, смотрите, три штуки идет, гуляет. Пропустила сейчас. Она не увидела, что ли, собачку? Не увидела. Радость, это радость. Нет, прям вот эту штуку она одевает. Я знаю, она просто ее периодически срывает, поэтому... Давай, я и пакеты забрала, только из багажника осталось. Вот это у нас на выброс уезжает. Кто? Вот коврик, он. Да. Сейчас я туда смету. У нас метелка где-то есть. Да. Мальчик ходит, ждет мой мальчик, мой котик красивый. Иди сюда. Помощница. Помогает. Так, ну что, расхламлять будем, да, Вов, гараж? Фу. Друзья, расхламлять будем гараж. Сейчас покажу, Лена. Я его сейчас полью. Мила, господи. Я его сейчас полью, оставь его. Он доживает свои последние дни. И... Слушай, он доживает еще много жизни. Ну, наверное, да. У всех они подохли. Меня до сих пор живой. У нас прекрасно живет. Прекрасно себя чувствует, да. Значит, климат ему, климат возле нас. Не сейчас полью. У всех сдохли, у всех, а вот у нас до сих пор живы. Так, что у нас? Купили мы в прошлом влоге, друзья, кто не смотрел, вот, вуаля. Вот такой венок красивущий на какой-то такой штуке. Это все искусственное, здесь ничего натурального, и это здорово. Будет вечно висеть и служить нам. И вот такой вот коврик. Машинка, потому что мы занимаемся машинками, как папа сказал. Hello. И цветочки. Вот такой вот коврик. 19,99. Ой, сыпется-то, блин. О! Красота. Новый коврик. Да мило. Так, и новый веночек. Классный веночек, да? С желтеньким, такой свеженький какой-то такой, да, прямо ну, освежающий. И коврик, как бы, и такой. Коврик такой, да, веселенький, свеженький.